Доброго вечора, шановні глядачі. Радий вас вітати на телеканалі Миколаїв. Це програма «Гаряча лінія». Працюємо ми у прямому ефірі. Наш телефон не змінився. 76 92 42. Телефонуйте вже зараз і задавайте запитання нашому гостю. Власне, його і представлю. Це перший заступник Миколаївського міського голови Юрій Андрієнко. Юрій Георгійович, вітаю в нашій студії. Є нам про що поговорити. Ну, перше запитання, власне, це топ-тема, негода. Наразі температура коливається, вдень плюс, ввечері мінус, вночі мінус. А відтак і сніжок таки незручний, примерзли. Працює сьогодні техніка, це звичайно. Яка? Чи забезпечено сьогодні місто всією необхідною технікою? Я поновлюю. То, що пройшло в місті, починаючи з 29 декабря, це дійсно була чрезвичайна ситуація, яка на нашій території, к счастью, может быть, очень давно не происходило. Вот. Обильный снегопад, затяжной снегопад, после этого резкое понижение температуры, собственно говоря, в общей сложности вот эти факторы, я уже не говорю о человеческих, там каких-то субъективных, привели к той ситуации, которая сложилась и с которой мы сейчас уже поступательно, но планомерно выходим. Вот. Одной из причин, помимо погодных условий, это было, конечно же, недостаток соответствующей техники, снегоуборочной, комбинированной. Вот на нашем специализированном коммунальном предприятии, это ЛУ «Автодорог», к сожалению, всего лишь 7 единиц комбинированной техники и 10 сугубо снегоуборочной. Можете представить, по нашей протяженности, по нашим четырем районам, обилию улиц, основных магистралей, через нас, вы знаете, город транзитный, как говорится, проходит целый ряд основных магистралей государственных, я уже не говорю о сети второстепенных дорог частному сектору, конечно же, этим количеством техники справиться было своевременно и качественно, в общем-то, невозможно. Вся задача была направлена на то, чтобы эта техника работала, повторюсь, на основных магистралях транспортных, чтобы людям можно было добраться домой вечером, добраться на работу в рабочие дни, решить какие-то свои бытовые, социальные проблемы и так далее. Вот. Но, тем не менее, вот часто спрашивают, насколько бы вы оценили. Оценки давать, наверное, должны граждане. Мы очень много слышим, конечно же, отрицательных оценок, вот. Но есть и положительные. Еще раз говорю. Были как объективные, так и субъективные причины, но тем не менее, я считаю, что в достаточной мере органы, местные органы власти при помощи, конечно же, горожан, огромное им за это спасибо, руководителей и работников других предприятий, как государственных, так и частных, справились, мы, я думаю, удовлетворительно. Но еще раз говорю, это мое мнение, каждый имеет свою оценку. Вот, к сожалению, нам пришлось идти не на непопулярные меры, решением комиссии по чрезвычайным ситуациям городской закрывать въезд в город тяжелого транспорта, потому что вот только с 30 по 3 января из-за того, что этот транспорт зашел в город, вы знаете, было множество пробок. Да, вот, в принципе, логично, да. И в это время, за этот период нашими работниками наших коммунальных предприятий было освобождено, скажем так, из снежно-ледового плена 59 единиц, это на наш город, такого рода транспорта, которые создавали всевозможные проблемы. Вот, я хочу сказать, что откликнулись, спасибо огромное, как я уже говорил, предприятия разных форм собственности, вот, с вашего позволения, тем более в сегодняшний праздничный вечер, я, чтобы никого не забыть, хочу всех поблагодарить, название предприятий. Это же, конечно, наш завод железобетонных изделий, это предприятие... Юрий Юрьевич, давайте немножко с благодарением потом. Хорошо, да. У нас звонок телезрителя. Пожалуйста, говорите в эфире. Гармоеды, у вас еще есть совесть выступать перед людьми, перед горожанами? Вы бездельники, гармоеды, живете за наш счет. Город парализован до сегодняшнего дня. Ну, это тоже субъективно. Ну, как я говорил, да, оценки абсолютно разные. Вот, в любом случае, спасибо за звонок. Ну, я хочу сказать, что город уже давно не парализован. Да, были у нас проблемы, связанные в связи с этим и с транспортом, и с вывозом мусора, и с завозом основных продуктов в продовольственные магазины. Но, тем не менее,
благодаря, да, конечно же, не только органам власти, простым гражданам и волонтерам, эти проблемы мы пытались как можно оперативнее и всесторонне решить. А каждый судит по-своему тут уже. Не, ну каждый имеет свое право на оценку. Конечно. Мы остановились на том, что вы хотели поблагодарить людей, которые вам помогли в уборке. Да, и все-таки, еще повторюсь, завод железобетонных изделий, Зарямаш проект, воинская часть А-3406, УКР, Химтрансамиак, спецмонтаж, воинская часть А-1080, Конкорд 3, УКР, Телеком, завод Экватор, предприятие Небулон, Николаевская ТЭЦ, Николаев Облэнерго, Gold Core, Николаевский речной порт, Николаевский морской порт, НГЗ, ну, порт Октябрьский, Никотер, тепловозоремонтный завод, УКР спецоборудование, НАРП. Я, поверьте, почему занимаю ваше внимание этим, потому что я очень признателен, думаю, передам эту признательность от имени всех горожан, потому что эти предприятия откликнулись, и в той ситуации, в которой оказалась сегодня громада, они подставили серьезное плечо, оказали помощь, прежде всего, техникой и людьми. Спасибо огромное. Юрий Юрьевич, еще одна проблема, как следствие непогоды, это вывоз мусора. Само собой разумеется, они могут, техника не может подъехать из-за больших сугробов к тому или иному контейнеру. Это нормальное явление. Как вот сейчас с этим ситуация обстоит? Ну, прежде всего, я, конечно же, хотел в данной ситуации извиниться перед горожанами за то, что прежде всего усилия и та же техника, и человеческий ресурс были направлены на возможность пробивания основных магистралей, где-то тротуаров, внутридомовых территорий. Вот. Но когда было высвобождено уже более-менее ресурса, конечно же, приступили к расчистке подъездных путей, к местам скопления мусорных баков. Вот. К сожалению, это совпало еще и с праздничными днями, когда количество бытовых отходов резко возрастает, это объективная причина. И в эти дни, когда погодные условия нормальные, соответствующие транспорт и предприятия работают более интенсивно, но с накладкой на погодные условия я просто приведу цифры. Вот если 31 декабря было вывезено на полигон всего лишь 80 кубических метров, это то, что мы говорим, не было расчищено и так далее, то уже 2 января эта цифра составляла 1636 кубических метров. То есть то, что я говорю, мы планомерно подходили к решению проблем. Сначала одно, потом другое. Вот. И в конце концов мы вышли на цифру 5 января 2345 кубических метров. И всего, скажем так, на протяжении 29 декабря, 9 января было вывезено 16726 кубических метров твердых бытовых отходов. Вот. Плюс, к сожалению, об этом уже говорило руководство города, мы столкнулись с тем, что один из возчиков, который занимается обслуживанием достаточно больших микрорайонов, в эти дни не вывел ни одной единицы транспорта. Ну, с ним мы сейчас разбираемся, естественно, будут сделаны определенные выводы по дальнейшему сотрудничеству. Юрий Юрьевич, у нас телефонный звонок. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Так, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. У меня вопрос к вам. Вы меня слышите? Да, слышим, да. Конечно. Когда же трамваи к нам пойдут в яхт-клуб? Первый трамвай, говорят, ходит. Откуда, куда? Шестой, седьмой ходят. Спасибо. А первый никак не могут сюда прорваться, да? Спасибо за вопрос. Действительно актуальная тема. Мы возмущаются. Уже сколько... Ну, уже зима, уже немного расчищается. А сюда никто не хочет ничего делать. Есть проблема с электротранспортом, поясните, пожалуйста. Ну, проблема транспорта, она тоже возникла сразу же при наличии последствий, как говорится, погодных условий. Очень много было нареканий как на работу маршрутных такси, то с работой электротранспорта мы столкнулись с тем, что она была вообще остановлена. Пока не были пробиты магистрали там, где могли в нормальных условиях с наличием пассажирского грузового транспорта ходить троллейбусы, мы, конечно же, троллейбусы на линии не выпускали. То же самое касается и трамваев, потому что то количество снега и погодные условия, они привели к тому, что линии трамвайные были просто обледеневшие. Вот, и опять-таки отсутствие тяжелой гусеничной техники, своевременная его уборка, в общем-то, привели к тому, что трамваи нам тоже пришлось остановить. И вы знаете, несколько из них даже не дошли до депо и долгое время находились в тех местах, где их эта стихия застала и где они остановились. По ситуации сегодня хочу сказать, вот самая злободневная тема, да, это действительно
электротранспорт по трамваям. Я просто назову объективную ситуацию, которая есть на сегодня, буквально на вечер. По трамваям маршрут номер 6 работает 11 единиц, маршрут номер 7 – 2 единицы, маршрут номер 1, но в режиме центральный рынок-широкая балка в реверсе Декабристов-Буденного – 5 единиц, маршрут номер 3 – 2 единицы, но тоже по сокращенной программе, если можно так выразиться. По троллейбусам маршрут номер 2 – 11 единиц, 5 – 1 единица, шестерка – 9 единиц, но, к сожалению, пока без заезда микрорайон Северный. И маршрут номер 7, одна единица, тоже пока без заезда в микрорайон Северный. Хочу сказать, почему без Северного, потому что микрорайон Северный, тоже там произошло укатывание снега, его обледенение. Точно такая же проблемная ситуация у нас остается на объездной по Лазурной, это на Намыве. И да, к сожалению, это маршрут в основном трамвая 1 сюда на яхт-клуб, вниз тем более. По улице Потемкинской. Вот. Но опять-таки двигаемся поступательно, отрабатываем те маршруты, которые более загружены, которые более направлены на доставку людей от их места жительства к месту работы. Вот. Ну, я уверен, что в ближайшее время дойдет очередь и до полного открытия трамвая номер 1. Спасибо. У нас есть еще один звонок. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Есть такий 83-й маршрут. Так. Чудовий. Скажіть, будь ласка, чого його можна продлити до села Лимани? Хай буде стоїти 3 гривні. Пенсіонери, я вважаю, хай платять хоча б гривню. І щоб було людям удобно, я думаю, що ніхто не похудає. Дякую за відповідь. Ну, я вам сейчас ответ однозначный на этот вопрос не дам, потому что есть схема маршрутов, утвержденная, городских, пригородных. Если можно, я ваш вопрос зафиксирую, вы после передачи еще раз перезвоните по этому телефону, оставьте свои координаты, мы разберемся, обязательно вам ответим. Если это касается наших маршрутов, мы рассмотрим это предложение при проведении нового конкурса, во всяком случае, как минимум техническую возможность. Спасибо. Юрий Григорьевич, еще такой вопрос. Рано или поздно потеплеет. И тот снег, который лежит на крышах, те же самые сосульки, которые сейчас висят, они имеют свойство такое упасть. И скажите, пожалуйста, вот сейчас, что сейчас делается, чтобы это как-то вот смягчить эту проблему, чтобы не было такой? Ну, потому что это смертельно, в принципе, опасно. Это фактически чрезвычайная ситуация. Конечно. Вот в этом направлении, насколько вот возможно? К сожалению, да, помимо проблем с транспортом, вывозом мусора, просто проезжаемостью и проходимостью по городу Николаеву, последствия, в общем-то, этих сложных метеорологических условий, они продолжают развиваться. Ну, таковы законы природы. Пошло таяние. С одной стороны, мы этому рады, потому что мы сейчас во всяком случае пытаемся оперативно сбить наледь на дорогах, потому что появилась такая возможность. Угу. Уже при минусовой, тем более минус 20 температуре, это сделать было невозможно, почему, в общем-то, мы слышим нарекания граждан. Но есть объективные условия. Конечно же, ситуация с затеканием, она привела у нас к двум аварийным ситуациям. Вы знаете, у нас была аварийная ситуация по буквально 2 числа по Потемкинской 59. К сожалению, из-за затекания, разрушения крыши от обильного снегопада была разрушена часть стены, ну, хорошо, что которая выходит во двор, хорошо, что вовремя сориентировались, прежде всего, жильцы, вызвали соответствующие службы. Да, дом был аварийный, он стоял в очереди на ремонт, но, к сожалению, стихия привела к тому, что это будет сделано более оперативно. На данный момент стена аварийная разобрана, аварийный участок крыши демонтирован, приняты меры для того, чтобы не было дальнейшего в провал затекания воды, попадания других осадков, отселены 4 семьи, но восстановлено газоснабжение для остальных квартир, электроснабжение. Дом живет. Опять-таки, в воскресенье был обвал фронтона, не стены, а фронтона, который закрывает чердачные помещения на Кассиора-2.
тоже оперативно сработали наше подразделение «Марс», разобрали. Вот, обошлось без чрезвычайного последствия, скажем так. Вот, ну и действительно мы столкнулись сейчас с тем, что в результате таяния есть наплывы снега, угроза его схождения с крыши, есть сосульки. Проводится соответствующая работа по состоянию, опять-таки, на сегодня. Подразделение «Марс» отработано 15 адресов. Ну, хочу сказать, что это тоже люди, да, они хоть и соответствующим образом подготовлены, но, к сожалению, не везде мы можем среагировать на ту ситуацию, которая есть. Нету либо подъезда спецвышки, либо ее не хватает. Либо не хватает того же альпинистского снаряжения специалистов. Понятно, вы делаете все, что мы работаем. Особое внимание было уделено и проведено специальное заседание комиссии чрезвычайных ситуаций. Мы знали, что дети 12 числа выходят в школу. Вот, проведена работа была сотрудниками управления образования, родителями по всем учебным заведениям. Они были подготовлены с этой точки зрения. Мы постарались максимально сбить наледи, чтобы, не дай бог, никто из детей не пострадал. Спасибо. Еще один звонок. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Мы вас слушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. Пан заступник. Расскажите, пожалуйста, почему во время того, что были заснежения, люди остались без хлеба, дороги были не прочищены. И ответьте, пожалуйста, на вопрос, на чем вы добирались на работу? Пешком, трактором, трамваем или маршруткой? Дякую за відповідь. Спасибо за вопрос. В любом случае, ну, почему сложилась та ситуация, о которой вы сейчас сказали, я, в общем-то, уже сказал, не хочу занимать просто внимание телезрителей и время. Еще раз говорю, были объективные, были субъективные причины, есть в чем извиниться, но, тем не менее, работа была проведена, и она продолжается. С точки зрения того, чем я добирался на работу, ну, я могу сказать, что в той ситуации, которая сложилась 29 числа, я был сначала в Корабельном районе, да, на служебном транспорте. Опять-таки, смотрели, какова ситуация. Вот, когда столкнулись с пробкой внизу после Жукова на проспекте Октябрьском, в общем-то, машину пришлось оставить и добираться назад на работу своим ходом. По дороге я этого, как говорится, есть такое украинское слово замечательное, не цураюсь, как говорится, помогали и выталкивать машины наверх и так далее. Добрались до рабочего места общественным транспортом. Вечером пришлось сходить домой, это тоже достаточно не близко, пешком, потом вернуться на работу, потому что мы перешли на круглосуточный режим работы, тоже пешком, если это очень интересует. Личного трамвая, личного трактора у меня нет. Спасибо. Есть еще один звонок, пожалуйста. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, когда расчистят улицу Фрунзе от проспекта Ленин до старого вокзала? Этот участок всегда, вы знаете, течет вода, затапливает все, невозможно ни пройти, ни проехать. Затапливает и улицу водопроводную между 9 и 8 поперечной. Там идет сток в Ливневку. Там будет потоп конкретный. Вот когда этот участок расчистят? Спасибо за ответ. Спасибо за вопрос. Значит, этот район, кстати, я в нем тоже проживаю, он действительно достаточно проблематичен, и я думаю, что расчистка этих улиц, которые вы назвали, тем более проблемы Ливневки, я не знаю, насколько мы их сейчас можем решить, вот, но расчистка, я думаю, мы займемся буквально завтра, если позволят, конечно же, погодные условия. Пожалуйста, еще говорите. Водопроводный фонд. Да. Говорите, мы вас слушаем. Вы рассказываете о том, что третий маршрут трамвая ходит. Ни один трамвай не пошел на улицу Водопроводной, хотя на Водопроводной находится, ой, на Водопроводной, на Володарского, находится 3 больницы, и люди не могут туда добраться, особенно пожилые. Как им быть в этой ситуации? Маршрутку сесть тоже невозможно. Значит, спасибо за вопрос. Я не сказал, что маршрут номер 1 и номер 3 работают в полном режиме. Они идут по обходным путям и, конечно же, в укороченном маршруте. Относительно возможности добраться, ну, сейчас, слава богу, уже ходит 6-й маршрут троллейбуса. Ну, спасибо за
сигнал. Мы сегодня же вечером подумаем, каким образом может быть компенсировать отсутствие полного трамвайного сообщения по этому маршруту. Спасибо. Юрий Григорьевич, ну не снегом единым живет Николаев. Есть еще и другие вопросы, которые присылают нам телезрители. Один из таких я зачитаю. Не представился человек. 9 лет проживаю с семьей в общежитии на улице Киевской, 2. Когда, наконец, я смогу реализовать свое право на приватизацию? Тоже очень интересный, по-моему, достаточно актуальный вопрос. Не менее актуальный, чем непогода. Ну, вопрос очень актуальный, потому что и у городского головы, и у меня, потому что одна из сфер деятельности – это вопросы жилья граждан. Практически на каждом приеме присутствуют жители общежития по этому адресу. Дело в том, что по действующему законодательству реализовать свое право на приватизацию эти граждане, тем более если они такой срок там проживают и официально зарегистрированы, они смогут только по факту передачи этого общежития в коммунальную собственность города. Пока у нас есть некоторые недоразумения с нынешним его владельцем, это предприятие «Черноморский судостроительный завод», вот, но мы эти острые углы пытаемся сгладить. То, что зависит от органов местного самоуправления в работе совместной комиссии по передаче, мы делаем. Вот, и хочу сказать, что мы, как городская власть, не менее заинтересованы в том, чтобы такого рода общежития, оно не одно, были как можно скорее переданы в коммунальную собственность, чтобы прежде всего те, кто уже там проживает, смогли реализовать свое право на приватизацию. Вот. Ну и, конечно же, хотя бы частично решить вопрос, жилищный вопрос тех граждан, наших николаевцев, которые остро в этом нуждаются. Спасибо за конструктивный ответ. Следующий такой вопрос, он тоже немаловажный, это 22 числа сессии. Какие основные вопросы будут вынесены на ее рассмотрение? Да, планируется 22 января это бюджет, надо будет очередная сессия, сессия городского совета. Основной вопрос, который будет рассматриваться, я думаю, этот вопрос будет конструктивно рассмотрен и принят, это, конечно же, городской бюджет 2015 года. Вот, вопрос его формирования еще идет. Вы знаете, были некоторые нюансы в этом году по формированию бюджета, поэтому вопрос и обсуждения, и формирования как доходных, так и расходных частей еще идет. Не буду предвосхищать события. Хочу сказать только одно, что этот бюджет будет лучше, чем предыдущий, в силу разных обстоятельств. Я надеюсь, что мы сможем увеличить расходы, особенно по социально важным статьям, особенно по ремонтам, благоустройству, то, что нас всех прежде всего беспокоит. Бюджет лучше, чем предыдущий, это очень оптимистично звучит. Я оптимист. И, к счастью, есть тому пока подтверждение. Главное его принять. Спасибо. Есть еще один вопрос у нас. Пожалуйста, мы вас слушаем. Алло. Да. Добрый день. Здравствуйте. Будьте добры, скажите, когда же трамваи пойдут первым маршрутом в яхт-клуб? Это, опять же, электротранспорт. Уже, ну, я отвечал уже на этот вопрос. Я же говорю, сначала силы были брошены на более, скажем так, пассажироемкие и социально важные маршруты, но уверен, что в ближайшее время силами коммунальных предприятий будут расчищены трамвайные пути в целом по маршруту номер один. И мы с радостью по утрам будем его слышать, когда он идет первый по нашей улице Никольской. Еще один вопрос, Юрий Ильич, я зачитаю. Приходько Андрей, житель Намыва. Какие перспективы у недостроя банка столица, что на Намыве, и что будет с парком? Ну, вопрос тоже очень острый и обсуждается горожанами на разных уровнях, и депутатским корпусом, и общественностью. Решать, конечно, будет и общественность, которая, и горожане, которые проживают в ближайших домах, депутаты городского совета. Я в данном случае выскажу свою точку зрения. То, что это строение уже очень многие годы стоит бесхозным, то, что оно соответствующим образом не закрыт туда доступ. Вот. И, к сожалению, то, что на прошлой неделе произошло в городе Первомайске, в аналогичном строении, там погиб 14-летний ребенок. Я считаю, что наша задача, горожан, найти того инвестора, который
максимально в быстрые сроки, максимально с пользой для города завершить это строительство, примет в эксплуатацию это здание и, конечно же, выполнить свои обязательства по благоустройству прилегающей территории. Почему бы ему совместно с горожанами не заниматься присмотром того сквера замечательного, который несколько лет назад там разбили на прилегающей территории. Это моя точка зрения. Еще один очень больной вопрос. Ну, если не всей общины города Николаева, но значительной ее части. Болельщики муниципального футбольного клуба Николаева интересуются, какова судьба вообще клуба. Ну, мы все знаем, что там оттуда уволился тренер, переехал, по-моему, в Полтаву. Что там с финансированием, какие Понимаете, перспективы? В данной ситуации, к сожалению, происходит искажение. Почему искажение? Потому что слово «муниципальный» – это не принадлежность этого клуба, это просто часть его названия. Это просто общественная организация, футбольный клуб «Николаев». Это не коммунальное предприятие, не коммунальная спортивная организация. Поэтому городской бюджет по закону не может нести все расходы, которые связаны с деятельностью этого клуба. Я хочу сказать, что мы несем достаточную нагрузку с точки зрения того, что мы бесплатно, абсолютно бесплатно предоставляем центральный стадион, соответствующие коммунальные расходы. Порядка 1 000 000 гривен каждый год выделяются команде на спортивные мероприятия. Задача сейчас клуб сохранить, может быть, не в том ракурсе, как говорится, а для этого надо минимизировать расходы. Все, спасибо. У нас остается буквально секунд 40-50. Сегодня вообще-то праздник. Хотелось бы на позитиве закончить, на старый Новый год. Вот глаза зрителей, пожалуйста. Что вы хотели пожелать? Я хотел бы пожелать всем николаевцам прежде всего мира и благополучия. Конечно же, выдержки и терпения. Чтобы та ситуация, в которой мы сейчас живем, подогреваемая, к сожалению, событиями на востоке нашей страны, не накладывала отпечаток на ситуацию в нашем родном городе. Чтобы мы были терпимее и понятливее друг другу. Чтобы мы вместе искали пути выхода из каких-то проблемных ситуаций, помогали друг другу и поддерживали друг друга. Где бы мы ни находились, кем бы мы ни работали, каждый на своем посту. С наступающим вас праздником, пусть он и хоть по старому стилю, с Новым годом. Еще раз добра, благополучия и здоровья. Ну что ж, Юрій Георгійович, я дякую за те, що ви завітали до нашої студії, відповіли на наші запитання, на запитання наших глядачів. Шановні, це була програма «Гаряча лінія». В студії перебував перший заступник Миколаївського міського голови Юрій Андрієнко. Побачимося в ефірі телеканалу «Миколаїв» вже незабаром. Нехай всім щастить!